Никакого Dark Souls, я последние, не знаю, 2 недели задрочу, то в Dead Rising 3, то вот сейчас Fable со вчерашнего дня. Да, народ, всем привет. Я просто тут настраиваю, на самом деле. Вот. Я в Dark Souls уже где-то 2 недели вот не играл, как вышел Dead Rising. Сейчас еще Fable вышел. У меня друзья вчера, я Fable запустил где-то с 9 утра и выключил его в час ночи или в 2 ночи, не помню точно. Мне друзья 3 раза писали, все ли в порядке у меня с пульсом и жив ли я вообще в Стиме, потому что я как в Fable зашел, так и не вышел. Они думают, что я там прям окочурился за монитором. Ладно, я сейчас продолжаю все настраивать. У меня почему-то сейчас были неполадки с Good Game. У меня страница просто не обновлялась. В общем, странное дело. В первый раз такое вижу. То, вообще все остальные сайты нормально, а Good Game вот тупит. Да, я даже думал постримить Fable. Ну, то есть там, типа, не прохождение, а первый взгляд, когда он вышел. Но там были какие-то проблемы, вообще он. Я расскажу в стриме об этом. Проблемы, в смысле, не у меня, а с переизданием в целом у всех. Ай, так. Ну что, вроде все. Привет, Кейч, привет, Old Пират. А, это ты, да, точно, это ж ты. Я все время забываю твой ник. Я постоянно хочу тебя назвать не Old Пират, а Old Папа. Почему-то. Будешь мне отцом. Хотя нет, это из Доты что-то уже. Так, окей, ладно, я чат поставил. Привет, good like. Прохождение игры голышом. Ну, это, кстати, трудно. Я пробовал в маске петуха пройти, ну, там, середину игры, потому что ее где-то с середины дают. Точнее, можно получить. Вот, но это довольно трудное занятие. Я полностью мечником проходил. Окей, ладно, вроде настроил. О, ребят, 43 человека, давайте заходите-ка в чат. Потому что... Потому... Давайте, чё вы? Будьте мужиками. Да, в маске петуха. Ну там была такая игра, мини-игра типа. Зараза, что ж такая громкая? Пни курицу подальше, по-моему, это называлось Курабол или как-то так. Я там выиграл все места. Я выиграл сначала первое место, потом второе, потом третье, ну, чтобы все призы забрать. Мне дали маску петуха, потому что я молодец. Тонкий намек. Вот, да, и я вот пытался в ней бегать, но, ну, в смысле, в одной в ней, в трусах и вот в этой маске. Но это напряжно, там реально избивают только так. Это вам не Dead Rising, чтобы в трусах бегать. Как же сложно настраивать, я не знаю, то ли у меня скилл пропал, потому что я так давно ничего не делал. Ну да, наверное. Ага. Так, чат врубил. Все. Да, настроил, настроил. Я врубил чат и на стриме увидел просьбу подкрутить чат. Или что там было. Смайл рука. Кстати, да, если кто-то есть на СК2 и у вас пока чата нет, то ну, я его могу, в принципе, включить. Но только если вы там будете писать. Как только вы перестанете писать, я обратно вырублю. Таки да. Потому что что-то он висит постоянно и только, ну, как бы, не знаю, вообще без дела. Так, у меня в стриме в настройке игра стоит Dark Souls с названием окошко. Уже так привычно. Вован пеки кидает? Прямо сейчас? А, я понял тебя. Вообще, в принципе. Ладно. Просто сейчас там он выключен, как бы я смотрю на него, но там никого, никто нету. Никто нету, блин, никто не пишет. Ну чё, давайте на рандом куда-нибудь просто вообще. Я сейчас буду играть как профи, как обычно. Буду мазать с полуметра и вообще. Сколько я уже в Counter-Strike-то не играл? Я в него играю только когда его стримлю. Поэтому не играл я в него давно. Так, ну чё, я точно все настроил? С дилдом. Да, с дилдом. Никаких диглов, только с дилдом.
Буду всех месить. Вот те дилда. Я даже написал... Отлично, тема уже ушла. Написал о стриме на Коупленде. Ну, там, в той теме старой. Тень Dead Rising. Это... Где там была дилда? А, ну да, там тоже была дилда. Точно. Да, ты прав. Кстати, вот, у меня проблема. Ну да, Saints Row это само собой, но, блин, нет. Там где-то еще она была. Кто украл мой никнейм? Что? Кто его украл? GTA, возможно. Да, в GTA тоже было, на самом деле. Вот у меня проблема. Окей, все, нет проблемы. У меня была проблема, что постоянно было обновление, вот это вот поиск и фигня какая-то. Вот, и карта не находилась. Странно. Меня, кстати, нормально слышно, как там со звуком? Не громко ли игра? Не тихо ли игра? Ну, наверное, громко не должна быть. О, это будет не очень долгий стрим. Я думаю, часик-два. Вот. Я думаю, мы победили только что. Да, да, мы проиграли на самом деле только что. Я в другую команду сейчас зашел. Ой, у меня сейчас лаг был небольшой. Просто Counter-Strike та игра, в которой я к лагам не привык. О, черт, меня сзади убили, по-моему. Нет? Нифига себе. Что ты лагаешь? Я лагаю? Что? Вот. Нет, лагов не было. Ни одной потери кадров. Игра лагает. О, за то время, пока я не стримил, Counter-Strike обновился раз 8, наверное. Может, в этом проблема? Может, они что-то поменяли? Ну, как бы такие несерьезные лаги-то. Я не знаю, что вы видели, но у меня... Она так... в самом начале раунда чуть-чуть. Так, ладно. Не знаю. Сейчас попробуем так это сделать. Ну да, мы победили, как видите. Блин, у них трое осталось, мы все ж сдохли. О, черт, какая быстрая мышка. Я ее настраивал тогда настраивал на стримах, а теперь я все слил, потому что, ну, мне как бы она не нужна была, я на контроллере играю постоянно. И я вообще, в принципе, в игры, где нужна мышка, я в эти игры не играл, только с контроллером играл. Поэтому сейчас как-то непривычно все. Черт. 10-15? Ты чё? Серьезно? Слушайте, у меня стоит 35 FPS. Я сейчас просто полез проверять. Только что обновился OBS. Вот прям перед стримом. Ну, я не знаю, он, наверное, давно обновился. Я просто не включал его давно. Вряд ли из-за этого. Ну, давайте я перезапущу OBS вообще. Не стрим, а целиком все перезапущу. Сейчас. Ну, через, не знаю, минуту верну.